О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях. В студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Ударными темпами депутаты сегодня успели и за антикорсуд проголосовать, и Кабмин почистить, кого уволили и что в законе написали. Тяжелый случай. Дисциплинарная комиссия не смогла определиться с реакцией на слова Линчевского о банкобольных. Сколько еще думать будут? Игры с миллиардами в ЕС расследуют нецелевое использование денег Евросоюза. Какие страны мошенничали? Проголосовали. Сессионный зал сегодня был полон, как никогда. В парламенте и президент, и премьер, и Кабмин всем составом. На кону законопроект, из-за которого две недели жестко спорили депутаты, а западные партнеры выдавали свои гневные заявления. Документ об антикоррупционном суде. В итоге на табло свыше 300. Как нардепы на кнопки нажимали, какие аргументы звучали и что получилось? Обо всем подробнее далее в материале. Еще задолго до утреннего заседания президент уже был в стенах парламента. Пришел на заседание фракции БПП просить нардепов отдать голоса за законопроект об антикоррупционном суде. Президент просив нас підтримати цей законопроект як надзвичайно важливий, як такий, який закінчує роботу президента і нашої політичної сили в першу чергу щодо створення антикорупційної системи в Україні. І якщо пропрезидентська фракція готова проголосувати, то опозиція по-прежньому настроєна проти. Неможливо домовити з нами, тому що ми ніколи не підемо на порушення Конституції. А сьогодні в парламенті унікальне явище, коли в присутності гарантна Конституції президента країни парламент приймає закон про антикорупційний суд, що прямо протирічить статті 125 Конституції, яка забороняє створення окремо взятих судів. Фінальної версії документа не було вплоть до початку засідання, але в БПП увіряють, з міжнародними партнерами все согласували. Ще ніхто не бачив законопроекту. Як можна приймати рішення за нього голосувати чи ні, якщо немає тексту? Остаточної редакції не бачив ще ніхто. Навіть сам комітет не бачив, тому що комітет профільний лише зараз, в цей момент, збирається для обговорення остаточної редакції. До самого ранку велися перемовини остаточні з МВФ і узгоджували останні деталі. Остання редакція буде озвучена буквально за декілька хвилин. З небольшою задержкою утреннє засідання відкрили. До фінального голосування ще кілька десятків поправок. Їх розглядають за 40 хвилин, і в залі з'являються сначала міністри во главі з прем'єром, потім президент з обращенням к нардепам. Сьогодні голосування за антикорупційний суд є лакмусовий папірець для кожного народного депутата. Бо сьогодні ми завершуємо створення ефективної, прозорої антикорупційної інфраструктури. Зроблено дуже багато. В цьому залі були проголосовані і підтримані, в тому числі, мої законопроекти, якими створювалося незалежне і прозоре антикорупційне бюро, надано законодавче забезпечення спеціалізованої антикорупційної прокуратури, створено Національне агентство запобігання корупції, вперше створені законодавче забезпечення заповнення електронних декларацій. Традиции привязки к датам остались верны сегодня. 4 года назад, 7 июня, была инаугурация президента. И как не усмотреть здесь символизм? Мы его принимаем не для Международного валютного фонда, как кто-то может подумать. Мы его принимаем и не для Венецианской комиссии, не для Рады Европы, не для Европейского Союза, чи для Соединенных Штатов Америки. Наша с вами мотивация – мы его принимаем для Украины. Для того, щоб забезпечити ефективну, прозору боротьбу з корупцією. Створити незалежний антикорупційний суд. Сьогоднішнє виступлення президента було як ніколи коротким. І одразу ж після слов Порошенка профільний комітет відправився зводити всі правки воєдино. Ті правки, які стосувалися повноважень громадської ради міжнародних експертів, були комітетом не визначені, було запропоновано розгляд їх в залі. Станом на сьогодні в результаті переговорів ми знайшли формулу, яка повністю, наголошую, відповідає рекомендації Венеційської комісії. Вместо запланированих 30 минут комітету понадобилось 1,5 часа, щоб підготувати текст к голосуванню. Зал знову ожил, лідери фракції вийшли зі своїми призивами. Фракція партії «Блок Петра Порошенка» буде підтримувати законопроект авторства президента.
Ми закликаємо всіх колег згуртуватися в цій залі. Це звертається до всіх вас сьогодні зробити вирішальний крок у створенні Вищого антикорупційного суду для того, щоб він слугував народу України. «Самопоміч» буде підтримувати законопроект про антикорупційний суд. Я вважаю, що треба передати негайно цей законопроект до Венеціанської комісії в тому варіанті, який треба узгоджувати, і після обіду тоді приймати рішення після заключення. Против документа остался по-прежнему оппозиционный блок. Наша фракция наполягает на проведении судовой реформы, того, чего чекает весь народ Украины, чтобы все суды были изменены, были честными, справедливыми. А цей суд, его створення, мы не поддерживаем и голосуем против. Тем не менее, в считанные минуты законопроект вынесли на голосование, и зал поддержал 315 голосов, а позже выяснилось, что 317. Две карточки нардепов не сработали. Документ принят, зал аплодирует. Сьогоднішній день є історичним. Я вітаю всім вас всіх. І хочу просто по-людськи подякувати. Подякувати за дуже гарний подарунок на четверту річницю мого президентства. Самую спорную поправку о роли Совета международных экспертов нардепы уместили в формулу, с которой, по их словам, согласились все. Міжнародна рада експертів, яка буде складатись не з семи тепер, а з шести представників, половиною, тобто трьома, приймає рішення щодо того, що якийсь кандидат є недопричесний і не відповідає вимогам. Після цього збирається спільне засідання разом з Вищою кваліфікаційною комісією, і на цьому спільному засіданні, як мінімум, 9 членів Вищої кваліфікаційної комісії і, знову ж таки, половина від складу Міжнародної ради експертів, тобто 3, можуть подолати те рішення, яке було прийнято перед цим, тобто скасувати цей негативний висновок. Двухнедільна епопія з розглядом законопроекту об антикорупційному суді закінчилась, і, пользуясь присутствием нардепов в залі, в Раді тут же проголосували за избрание аудитора НАБУ от парламента. Екатерина Лисенко, Ксения Барвиненко, Владимир Самченко, Вадим Сфридонов. Подробности телеканал Интер. Венецианская комиссия приветствует принятие закона об антикоррупционном суде и считает этот шаг свидетельством продолжения реформ. Об этом говорится в заявлении главы комиссии. Джанни Букиккио также призвал обеспечить быстрое формирование суда и предоставить ему соответствующие средства для эффективной работы. Когда же настанет судный день для взяточников первого эшелона, у кого окажется пресловутый меч правосудия и кто им этот меч в руки вложит? Напомню, норма об отборе кандидатов была наиболее спорной. Западные партнеры настаивали на участии своих экспертов, нардепы сопротивлялись. Баланс нашли, а вот чего не нашли и как все это работать будет, об этом далее в материале. Новосозданный антикоррупционный суд призван беспристрастно наказывать взяточников высшей лиги. Нардепы, члены Кабмина и сами судьи – потенциальные клиенты антикорсуда. Ведь туда будут поступать дела тех, кто подозревается в хищениях в крупных размерах – свыше 500 прожиточных минимумов. На сегодняшний день это почти 900 тысяч гривен. Но вот когда же заработает этот честный суд? Следующие 25 дней люди, которые хотят стать кандидатами, могут подать заявку. Еще 3 месяца уйдут на проверку данных. И столько же будут заседать высшая квалификационная комиссия и международная. Эксперты. Через 3 месяца непосредственно отбор претендентов, экзамен на соответствующие знания. На все про все примерно 9 месяцев. Если международные эксперты ветируют кандидата, он может оспорить решение и подать апелляцию. В таком случае собирается общая комиссия. Это как минимум 9 членов из высшей квалификационной комиссии судей и 3 международных экспертов. И тогда желающий попасть на пост антикоррупционера может попытаться доказать, что он все же достоин этой должности. Кроме того, чтобы у суда, который пока только на бумаге, появилось хотя бы помещения, нужны деньги. А в бюджете на 2018 год такие расходы не предусмотрены. Но сегодня президент Порошенко уже дал задание найти пути финансирования как можно быстрее. В любом случае, говорят эксперты, эффект от работы ВАСА украинцы ощутят только через несколько лет. Нардепы сегодня вообще были на редкость продуктивны и солидарны. Буквально за полчаса уволили министра финансов Александра Данилюка. Напомню, не прошло и суток, как премьер подал в зал парламента соответствующее представление, откуда такой единый порыв, знает Богдан Вербицкий.
После президентского законопроекта об антикоррупционном суде депутаты приступили к рассмотрению вопроса от премьер-министра. Владимир Гройсман внес в зал представление на увольнение министра финансов Александра Данилюка. Ради голосования депутатам пришлось даже отложить обед. Уряд Украины, премьер-министр, звертається з проханням, щоб ми продовжили ранкове засідання до розгляду кадрового питання про звільнення Данилюка з посади міністра фінансів України. Просьбу прем'єра народні избранники поддержали. Правда, со второй попытки. 240 за. Рішення прийнято. Депутаты решили не затягивать и вершили судьбу Данилюка по ускоренной процедуре. Первыми свою позицию высказали в бюджетном комитете. Вердиктом вынесли еще вчера. Рекомендувати Верховній Раді прийняти проект постанови Верховної Ради 8433, внесений Кабінетом міністрів України. Поддержали представлення Гройсмана на увольнення Данилюка почти всі фракції. Претензій предостаточно. Я пам'ятаю, що в 2016 році на єдиному казначейському рахунку було 100 мільярдів гривень. Скажіть, будь ласка, а чому зараз 20? Ми вважаємо, що є аморальним і злочинним перебування на посаді міністра, який офіційно, дивлячись в очі десяткам мільйонів українців, заявляє про те, що підняття мінімальної зарплатні неприпустиме. Скільки разів ви тут бачили міністра фінансів, коли розглядались найважливіші питання цієї країни? Наша фракція прийняла рішення голосувати за відставку. Уволить Данилюка призвали опозиціонери. По мнению депутатов от Опоблока, главный показатель его профнепригодности – рост инфляции. Буквально декількома цифрами. При заявленій інфляції на цей рік близько 7%, за перший квартал інфляція становила 13,8%. После выступления нардепов слово взял сам Данилюк. Уверяет, он якобы неугоден премьеру. Дескать, боролся с системой, но она оказалась сильнее. Никаких четких ответов на конкретные обвинения не дал. Немає людини, немає проблеми. Але в 21-му столітті такі принципи вирішення системних проблем не працюють. Треба приймати державницькі рішення. Премьер, в свою очередь, уверяет, ничего личного, а поведение министра в последнее время просто неприемлемо. Я так и не зрозумів его випад на засіданні уряду щодо провокування абсолютно емоційної, непристойної поведінки. Більше того, коли я після цієї наради в уряді прилетів в Брюссель вести перемовини, надзвичайно важливі, мене зустрічав лист міністра фінансів, для мене взагалі незрозумілий і, на мій погляд, навіть неадекватний. Я прошу сьогодні вас задовольнити моє подання про відставку міністра фінансів України. 254 за. Рішення прийнято. На увольнення Данилюка у нардепов ушло около получаса. Исполняющим обязанности главы Минфина сейчас назначена его зам Оксана Маркарова. Богдан Вербицкий, Владимир Самченко и Вадим Свиридонов. Подробности телеканал Интер. С решением увольнять ли другого скандального чиновника, замминистра здравоохранения Линчевского, возникли нюансы языковые. Полдня дисциплинарная комиссия разбирала казуистику, стенограммы заседания счетной палаты с одиозной ремаркой чиновника «Это рак, они все умрут». Чем закончился филологический диспут членов дисциплинарной комиссии, расскажет Даниил Снисар. Заседание комиссии планировали начать с прослушивания высказывания Линчевского на встрече с представителями счетной палаты. Но в планы внесла коррективы руководитель Минздрава Ульяна Супрун. Она потребовала заслушать более полную версию того заседания. Выбирайте лишь слова, вырывайте из контексту. В стенограмме выступления главы счетной палаты и претензии конкретно к Александру Линчевскому, как к распорядителю деньгами, выделенными на программу лечения украинцев за границей. Было выяснено, стосовно неефективного управления коштами цієї програми. В детали комиссия решила не углубляться, и присутствующие сразу заслушали тот самый скандальный спич Линчевского. 25% пацієнтів, власне, помирає. Тобто кожен четвертий лікується за кордоном неефективно. Друзі, колеги, це рак. Вони всі помруть. Вони всі помруть без варіантів. І ефективність цієї програми є 0%. Чиновника тут же засипали вопросами. Що у вас немає, щоб не було відповідного такого досвіду, щоб представляти результати від імені міністерства? Інтонаційно мова йшла і малося на увазі. Навіть якщо лікування лише продовжує життя, це лікування треба робити.
Лінчевський заявив, його слова невірно інтерпретували. Він, напротив, виступав в защиту програми лічення онкобольних за границей. Просто стилістично виразився неправильно. Цей вислів був, навіть якщо. Ви його висловили, чи ви мали його на увазі? Він інтонаційно супроводжувався, я мав на увазі. Йому важко сидіти і слухати про цифри і про такі висновки щодо програми і, можливо, емоційно тоді відповідав на ці запитання. Точку в резонансном деле эксперты сегодня не поставили. Хотят проанализировать сказанное Лінчевським более детально. Чи, на думку экспертов, эти высловлювання містять ознаки образи або не містять, мы сформулюємо и направимо на розгляд експертів. В следующий раз комиссия соберется в понедельник, тогда и пообещали принять окончательное решение. Даниил Снисер, Сергей Коваль, подробности, телеканал Интер. Дефолта не будет, даже если Киев прекратит сотрудничество с МВФ. В этом, во всяком случае, уверяет замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб. По его словам, в Украине достаточно собственных резервов для погашения внешних долгов. А все разговоры о возможном дефолте Сологуб считает спекуляциями. Коррупция и мошенничество в Европейском Союзе. Контролеры ЕС выявили случаи нецелевого использования денег из бюджета на сумму 3 миллиарда евро. Это в 18 раз больше, чем в прошлом году. Среди провинившихся стран – Румыния, Венгрия, Польша и Германия. А самую крупную операцию провернули в Великобритании. Какие схемы используют, разбиралась Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Разгромный доклад опубликовало Европейское агентство по борьбе с мошенничеством. ОЛАФ – это независимая структура, которая занимается расследованием нецелевого использования денег из бюджета ЕС. Это касается уклонения от налогов, махинаций с пошлинами и сборами. По сути, главная задача этого ведомства – убедиться, что деньги, выделенные Европейским Союзом на определенные программы, идут по назначению. Так вот, в прошлом году работы у контролеров ОЛАФ было немало. Впервые в истории ведомство провело проверку таможенной сферы и раскопало самую крупную мошенническую схему – более чем на 2 миллиарда евро. Это происходило на британской таможне. История простая. Импортеры китайской одежды и обуви постоянно занижали стоимость товаров при ввозе и таким образом экономили на таможенных пошлинах. И теперь Европейская комиссия может потребовать от Великобритании возврата в казну ЕС этих самых 2 миллиардов. Мы никогда не вмешиваемся и не комментируем расследование агентства по борьбе с мошенничеством ОЛАФ. И я могу вас заверить, что на переговоры по выходу Британии из ЕС этот случай на таможне не повлияет. Это отдельная история, которая будет иметь продолжение, когда мы изучим детали. В прошлом году в ОЛАФ провели расследование в отношении почти 40 стран. Возглавила этот список Румыния, там открыли 11 дел. Украина тоже присутствует в докладе, по большей части как транспортировщик контрабандных сигарет и фальсификатов ЕС. 5 расследований провели в Германии. Берлину выделили 162 миллиона евро для поддержки малых и средних предприятий. А в результате деньги получили крупные компании, вообще не имевшие отношения к программе. ОЛАФ уже потребовал возврата всей суммы, но в Германии не согласны и готовы оспаривать дело в суде. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. В Брюсселе разрешили европейским компаниям не соблюдать американские санкции против Тегерана. Об этом свидетельствует новый устав о блокировании, утвержденный Еврокомиссией. Таким образом, хотят защитить интересы европейских компаний, которые инвестируют в Иран. Если не будет возражений от Европарламента и Совета ЕС, то нормы вступят в силу в начале августа. Тогда же заработают американские санкции против Ирана. Швеция одобрила строительство Северного потока 2. Две трубы будут проложены по дну Балтийского моря в шведском экономической зоне. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на министра предпринимательства Швеции. Цель проекта разработанного «Газпром» – поставка голубого топлива из России потребителям в Европу. Его стоимость почти 10 миллиардов евро. «Нафтогаз» оставляет украинцев без отопления. Из-за агрессивной политики монополистов в стране на грани банкротства оказались теплокоммунэнерго. Эксперты энергетического сектора утверждают, «Нафтогаз» использует схемы, через которые поставляет котельным топливо по завышенным тарифам.
Как втридорога продать газ, выясняли наши корреспонденты. Петр Дядык, пенсионер из Хатина, Черновицкой области. С супругой живут в небольшой квартирке. Львиную долю своей пенсии отдают на оплату коммунальных услуг. Мужчина утверждает, зимой, чтобы не замерзнуть, топят печь дровами. Но это не спасает. Мало того, что газ подают по высоким тарифам, так он к тому же и не горит. С один зараз гореть, ну, температура. А зимою, ну, просто включишь и треба долго чекати, пока це все нагріється. Як можна так виживати? В столице ситуация не лучше. Только дровами в квартире не протопишь, жалуется киевлянка Нина. К тому же стоимость за отопление со следующего сезона может повыситься в 2-3 раза. Да ну про что вы говорите? Это муки одни и все. Это знущання с украинского народа. Эксперты утверждают, в ближайшее время «Нафтогаз» будет проталкивать свою инициативу, которая подразумевает повышение цены газа для населения на 60-70%. К слову, схему, как искусственно завысить стоимость голубого топлива, украинский монополист разработал еще 2 года назад. «Нефтегаз Украины» не подписывает акты приема передачи от ТКЕ, от распредкомпании облгазов, то потом этот газ можно засчитывать по цене коммерческой, плюс начисляя штрафы и пени. Соответственно, как бы цена конечная будет раза в 2,5 выше, чем 6,995. Это цена для, по тариф для населения «Теплокоммунэнерго». Вот такая схема существует и, к сожалению, была применена «Нефтегазом» по отношению к целому ряду ТКЕ на протяжении 2016-2018 годов. Такая агрессивная политика «Нафтогаза» ставит под угрозу дальнейшие отопительные сезоны. К слову, в Харьковской области уже обанкротилась компания, поставляющая тепло для нужд населения. Монополист обвинил предприятие в несанкционированном заборе газа из трубы, после чего стоимость топлива пересчитали по двойному тарифу. Газ для этого потребителя дорожает от рыночной стоимости в 2 раза. А от стоимости, на которую оно может рассчитывать для своей категории, дорожает практически в 4 раза. То есть фактически предприятие потребило газ и рассчитывало его купить по так называемой социальной цене, а должно было покупать по рыночной цене в 2 раза дороже. Но к чему это привело? Это привело к тому, что данное предприятие уже не смогло функционировать в отопительный сезон 2017-2018 года. Для одних сверхприбыли, для других банкротство и уход с энергетического рынка, утверждают эксперты. Соответственно, Теплокоммунэнерго должно в 3 раза больше денег Нафтогазу за тот газ, который должен был поставляться по социальной цене. В системе якобы не баланс, а Нафтогаз записывает себе прибыль, потому что в данном случае, чем выше прибыль Нафтогаза, тем больше премия господина Коболева. Очень простая схема. В результате махинации Нафтогаза несколько населенных пунктов остались без отопления. Люди вынуждены были срочно за собственный счет устанавливать устройство автономного обогрева жилья. Оборудование в квартиры, люди, проекты и оборудование, котел, батареи, там, трубы и так далее, все покупали за свой счет. Единственное, что нам сделали, реконструкцию газовой магистрали сделали за счет бюджетных средств. Приблизительно обошлось это все людям в 25-35 тысяч гривен. Впрочем, такая политика «Нафтогаза» в ближайшее время может привести к массовому банкротству «Теплокоммунэнерго» по всей Украине, считают эксперты. Но дальнейшее развитие событий зависит от кабинета министров. Я считаю, что они должны развиваться в направлении отставки господина Коболева. Вот за все вещи, которые он натворил за последние 4 года, ну то есть уже достаточно. Самой последней, наверное, точкой должна, ну, вот ситуация, которая сложилась в марте месяца, когда прикручивали, да. А сейчас «Нафтогаз» благодарит украинцев за то, что они прикрутили, предложением поднять тарифы там на 70% выше, чем действует сейчас. Схема, разработанная топ-менеджерами «Нафтогаза», позволяет продавать социальный газ по завышенным в несколько раз ценам и приведет к повышению тарифов на тепло уже в следующем сезоне. Также она дает возможность топ-менеджерам «Нафтогаза» ежемесячно получать миллионные премии. К слову, в этом году украинский монополист намерен премировать руководство компании практически на 1 миллиард гривен. Александр Васильченко, Светлана Шикера, Ольга Поломарюк, Олег Неведомский, Сергей Ведмить. Подробности телеканал Интер.
С начала суток боевики 17 раз обстреливали украинских военных на всех направлениях. Двое бойцов были ранены. Сегодня же в недавно освобожденный поселок Пивденный вблизи Горловки приехали представители миссии ОБСЕ, продолжит Геннадий Вивденко. Это поселок Пивденный, недавно освобожденный украинскими войсками. Стороны договорились на несколько часов о прекращении огня, для того, чтобы местные жители могли либо эвакуироваться отсюда, либо хотя бы запастись продуктами. Поселок освободили в первой половине мая, но бои за него идут и сейчас. Был сильный обстрел, и мы выехали. Два дня нам дают на вот это, как сказать, на переезд, а потом будут тут месиво. Мы как-то друг друга поддерживали, жили спокойно. Не могу я, дети, больше говорить. Оккупированную Горловку после освобождения Пивденного наши взяли в полукольцо. Враг постоянно пытается выбить военных, в панике обстреливает дома в этом поселке. Ежедневно почти дом горить. Считай, это за 10 дней до нас и будинки. В поселке с утра представители миссии ОБСЕ общаются с местными жителями. В это время происходит провокационный обстрел из вражеского пулемета. Мы четко понимаем, те, кто стрелял, они хотели, чтобы мы не прошли дальше, чтобы мы не видели все эти факты. Они знают, что если мы услышим и увидим, то об этом сообщим. В поселке остаются более десятка жителей, которые нуждаются в поддержке украинской власти. Местные жители этого района фронта, им нема куда идти просто-напросто. Нема никаких коммунальных служб, які б їм допомогли. Тому я хотів би, щоб просто більше уваги на них звертали. Военные обещали привезти генератор для восстановления электроснабжения. Привезли воду и продукты. После обеда тишины и зеленого коридора больше нет. Геннадий Вивденко, Богдан Саврусский, Анатолий Воробей. Подробности. Телеканал Интер из Донецкой области. Деоккупацию Донбасса можно провести без привлечения военных, считает министр внутренних дел. Во время экспертного форума глава МВД презентовал стратегию восстановления территориальной целостности Украины и освобождения Донбасса. По плану в операции примут участие миротворцы ООН и около 2000 полицейских. При этом процесс деоккупации предусматривает несколько этапов. Сначала проведение местных выборов, а затем восстановление полноценной жизни людей. Пообещал министр и амнистию тем, кто не участвовал в боевых действиях. Нормальное образование, нормальная подача горячей воды, газа, ремонт дорог, мостов, школ, гражданские права, украинские паспорта, доступность к образованию, доступность к медицине. В Горловке выводятся все подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, все незаконные бандформирования. Туда заходят украинские пограничники вместе с миротворцами. Становятся на границе района. В Горловку заходит скромный человек в гражданском костюме с украинским флагом. Это представитель юстиции Украины. И объявляет по украинским законам. Неважно, кто победит на этих выборах. Важнее то, что эта власть будет местная, легитимна и позволит нам сформировать переходные администрации к экономической реформе. Зміцнення економічних наших можливостей, рост валового внутрішнього продукту – це є головні ознаки обороноздатності нашої держави. І ця проблема, яка потребує рішення, тільки сильна Україна примусить рахуватися своїми національними інтересами. Саме тому таку країну ми повинні з вами побудувати. Как урегулировать ситуацию на Донбассе, говорили сегодня и в Вильнюсе. Здесь собрались более 400 женщин-политиков со всего мира на саммит Women Political Leaders. Какие рецепты для решения самых серьезных мировых проблем они предлагали, знают наши корреспонденты. Президенты, премьеры, министры, мэры, парламентарии ищут только начинающие свой путь. В Вильнюсе проходит крупнейший в мире саммит женщин-политиков. Представительницы более чем 80 стран здесь говорят о том, как улучшать экономику, внедрять новые технологии, повышать социальные стандарты и бороться с неравноправием. 150.
Сегодня в 150 странах до сих пор существуют дискриминационные по отношению к женщинам законы, а ситуация с гендерным равенством ухудшается. Я уверена, что в 21 веке женщины и мужчины должны иметь равные права, равную оплату труда и возможности. Среди участников саммита женщины, которые давно стали примером для тысяч, это президенты Хорватии, Мальты и Непала, премьер-министр Румынии. Украину представили народные депутаты и вице-премьер по вопросам европейской интеграции. Один из главных тезисов саммита – объединять усилия. 4 года тому назад на нас напала соседняя страна, которая выступала гарантом нашей безопасности. Цель этой атаки не только Украина. Ее цель – наши общие ценности. Это вызов для всех нас. И я уверена, то, через что проходит Украина, ни одна страна не должна проходить в одиночку. Безопасность – одна из ключевых тем саммита. Представитель Украины, народный депутат Юлия Левочкина уверена, именно женщины могут способствовать установлению мира. Вопрос новых вызовов с точки зрения безопасности. Мы это прекрасно ощущаем в Украине, что конфликты теперь уже не прямые, не только вооруженные. Есть информационные конфликты, есть вопрос ложных новостей, есть вопрос кибербезопасности. И мы это на себе ощущаем каждый день. И, безусловно, мировой опыт, мировой пример, ну, нам нужно не просто перенимать, нам надо активно участвовать. Участие женщины в разрешении конфликтов очень важно. Это подтверждают и такие исследования, независимое Inclusive Security, простая статистика доказывает, что если женщина-политик принимает участие в заключении договора, то мирный договор, повышается его успешность на 35%. То есть мир держится более 15 лет. В Вильнюсе украинские депутаты подняли тему ситуации на Донбассе. К сожалению, в Украине у нас за 4 года войны. Сегодня власть отстранилась от решения проблем мирных людей, пострадавших на войне. Пример для всех украинских женщин-политиков, в первую очередь, да и вообще всех женщин, это то, как есть сегодня самый главный повод ради строительства мира в нашей стране объединять все наши усилия и действовать. Именно равноправие – одно из условий мира, считает генеральный секретарь ООН. Равенство полов – это соблюдение прав человека. Это необходимо для мира и процветания. Нам предстоит сделать еще очень много, ведь до сих пор мы живем в мире, где доминируют мужчины и их культура. И нам нужно больше женщин-лидеров, и ООН будет поддерживать каждый ваш шаг. Кроме экономики и безопасности, на саммите также поднимут темы развития здравоохранения, науки и образования. Продлится он 2 дня. Из Вильнюса Алексей Пшемыский, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. ГПУ готовит новое подозрение по делу Аркадия Бабченко. Об этом сегодня сообщил генпрокурор. Подробности пока не разглашаются, но уже известно, что появилась новая информация о самом заказчике. Напомню, 29 мая была проведена спецоперация, и спецслужбы инсценировали убийство журналиста, поскольку узнали, что на него готовится покушение. Предполагаемый организатор Борис Герман задержан. Мы действительно, завдяки застосованию специального режима слідства, а власне імітування убивства журналіста, отримали більше інформації про замовника. Найближчим часом ми готуємо нову підозру в цій справі. Коли вона буде здійснена юридично, тоді ви про неї дізнаєтеся. Националисты разгромили лагерь ромов в Голосеевском парке. Видео, как активисты с топорами и молотами устроили так называемый субботник, уже появилось в сети. Ранее один из сотрудников парка заявил, что ромы захватили часть территории. После этого радикалы пообещали зачистить лагерь, если те не покинут район в течение суток. На записи видно, как молодые люди крушат жилища. И все это в присутствии полицейских. Последние, в свою очередь, отчитываются. Ромы обратились к ним за помощью. Группа выехала на место и не допустила никаких конфликтов. Напомню, это уже не первая подобная история. За последний месяц зафиксированы 3 зачистки во Львове, Тернополе и Киеве. 1 июня ООН призвала украинские власти расследовать нападения на представителей нацменьшинств. В Одессе избили известного американского певца Билла Уоррена. Иностранцу 73 года. В последнее время он часто приезжает в Украину с концертами. Как все произошло, разбирался Андрей Анастасов. В прессе его называют учеником Фрэнка Синатры. Концерты в клубах, да и просто выступления на одесских улицах. Билл сторонник того, чтобы музыка была доступна всем. And now, the end is here.
Но сегодня гражданин США снимает побои, травмы на лице и руках. Рассказывает, все произошло вечером на Дерибасовской. Сидел в кафе на улице, как вдруг увидел своего знакомого, тоже американца. Тот давно ему угрожал, а в этот раз и вовсе напал. Он подошел и показал мне средний палец. Я сказал: «Хороший палец», и ухмыльнулся. Тогда он ударил меня по лицу, я упал на землю, думал, что умираю. Вот этот глаз, челюсть, я едва могу коснуться носа, не знаю, сломан он или нет. Сразу после инцидента избитого иностранца сфотографировал случайный прохожий, активист Юрий Деченко. Он и вызвал полицию, но правоохранители долго не приезжали, хотя райотдел находится буквально за углом. Мы не дождались полицию вот и за 40 минут. Потом прошло еще 10 минут, полиция перезвонила и сказала, что у нас может быть где-то через 15 минут. По факту прошло больше часа. Билл жалуется, в райотделе полицейские отнеслись к ситуации халатно. Долго не принимали заявления, не знали английского на элементарном уровне. А к его обидчику, которого тоже доставили в отделение, наоборот, проявляли симпатию. Они хлопали его по плечу. Я думаю, он им заплатил. Ведь здесь так все работает, верно? Я знаю, что тут происходит. У вас самая коррумпированная полиция в мире. В полиции сейчас изучают обстоятельства того вечера и, возможно, назначат служебную проверку. Говорят, все участники инцидента установлены, открыто уголовное производство по факту нанесения легких телесных повреждений. А правоохранители долго не ехали к иностранцу, потому что все экипажи на тот момент были заняты. Черга є в 16-17 викликів на один екіпаж. І в першу чергу обслуговуються ті, де є загроза життю та здоров'ю громадян. У випадку з цим громадянином зрозуміло, що життю вже нічого не загрожує. В то же время в полиции признают, есть недоработки в общении с иностранцами и обещают решать проблему. Билл Ворон же пока разочарован. При первой возможности уедет в Западную Европу. Дескать, там спокойнее. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности, телеканал Интер, Одесса. Сельхозтехника, транспорт, органические продукты, проекты экологического строительства. В столице проходит международная агропромышленная выставка. Почти 1500 компаний из Европы, Азии и даже Африки разместили здесь экспозиции. Украинские производители тоже показали свои достижения. Посетил выставку и лидер аграрной партии. Виталий Скоцик уверяет, агросектор поможет Украине выйти из кризиса, если в парламенте появится профильная партія. А це аграрне виробництво є основою всієї економіки держави, має бути обов'язково політичний інструмент. Цей політичний інструмент неможливий без потужної фракції у парламенті своєї країни. Тому завдання аграрної партії на наступних парламентських виборах 2019 року потужно зайти до Верховної Ради і всю ту потужність і силу, яку ми сьогодні бачимо на виставці, належним чином лобіювати у прийнятті необхідних законів. Тому має бути професійний склад комітету профільного Верховної Ради. Сьогодні бачите, який стан аграрного виробництва в Україні. І це є базисом тим, з якого, ставши на нього, можна відштовхнутися і піти вперед. На жаль, те, що відбувається за останні 3-4 роки, воно говорить про те, що на аграріїв дивляться так, як на дойну корову, як на курку, яка несе яйця, і вже її хочуть зарізати, а це неправильно. Тому що, виходячи саме з того, ви бачите, що кругом господарники, тому господарники і мають бути в парламенті. Новый аграрный курс Украины напишут сами фермеры. Для разработки программы сегодня в Днепре собрались нардепы и сельхозпроизводители. По словам замглавы парламентского комитета по вопросам агрополитики Вадима Ивченко, сейчас важно создать так называемые семейные фермерские хозяйства и кооперативы. Сегодня государство поддерживает в основном крупных производителей. В этом году из 4 миллиардов гривен, выделенных государством, половину получили именно они. Проблеми – це податок на додану вартість, це нестабільний ринок збуту. Ми не можемо вирощувати культури і не знати, які ціни будуть у майбутньому. Зможемо ми вижити чи не зможемо? Якщо в селі кожного року ми будемо створювати одну сімейну ферму, за 3 роки зробити стільки робочих місць, скільки Україна зробила в аграрному секторі за 26 років. Ми починаємо формувати вже нову аграрну програму, яка невдовзі буде представлена по всім напрямкам. Тваринництво, переробка, органічна продукція. В Харькове диспансер, где проходит лечение ликвидатора аварии на ЧАЭС, в катастрофическом состоянии. Крыша протекает и на стенах грибок. Помимо Харьковского, таких учреждений в стране всего 3 – в Одессе, Киеве и Ривне. Удастся ли спасти диспансер, знает Светлана Шикера.
Анатолий Губарев – один из ликвидаторов Чернобыльской катастрофы. В специализированном диспансере поправляет здоровье дважды в год. Группа инвалидности установлена еще с 89 года. В 89 году был установлен онкологический диагноз – кутанно-субкутанная ангиосаркома. Здесь одни из самых лучших специалистов. 260 коек никогда не пустуют. Здесь лечатся чернобыльцы со всей Харьковской области, а теперь еще и переселенцы. В среднем по поликлинике проходит 95 тысяч в год населения. И в среднем где-то около 6 тысяч получает стационарное лечение. Государство обеспечивает больных питанием и медикаментами, но 4 корпуса не ремонтировались годами. И сейчас здание в катастрофическом состоянии. Из-за неисправной ливневки рушится стена хирургического корпуса. Через прохудившуюся крышу вода заливает операционный блок. А вот эту палату из-за грибка и сырости пришлось закрыть. Когда идет дождь, заливается палата, заливаются стены. И, извините, покрытые плесенью мы вынуждены были закрыть, потому что больных держать в таком состоянии просто невозможно здесь. В подвале едкий запах нечистот. Вот это из-за того, что канализационные трубы прорваны. Вот это все фекалии уже текут на грунт. Из-за этого у нас угроза просадки здания. Чернобыльцы сами ремонтируют, что могут. Меняют проводку и вкручивают лампочки. Ну, не совсем понятно, когда чернобылец ходит по больнице, и в одной руке он держит таблетки, а в другой плоскогубцы или отвертку. Но мы точно так же понимаем, что если развалился стул, то его никто, кроме нас, не сделает. Сегодня на сессии облсовета обратить внимание на проблемы чернобыльцев призвала глава Харьковской обладминистрации. Ми долучаємо фінансування міжнародних інституцій, але не чекаючи на це фінансування, виділимо кошти із обласного бюджету. Окрім цього рішення, я особисто беру під свій особистий контроль хід будівництва та реконструкції цього диспансеру. Ми виділимо майже 10 мільйонів гривень. Такого фінансування не виділялося ніколи в історії обласної ради Харківської області. Выделение денег на ремонт здания диспансера депутаты облсовета утвердили. А вот эффективность их использования будет контролировать прокуратура. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьков. Не стала легендой кинематографа. Из жизни ушла Кира Муратова. Ей было 83. Выдающийся режиссер и сценарист жила и работала в Одессе. Всемирную известность Муратовой принесли ее первые фильмы «Короткие встречи» и «Долгие проводы». А картина «Астенический синдром» в 90-м получила гран-при Берлинского кинофестиваля. Эти ленты стали классикой авторского кино. А последняя работа «Вечное возвращение» увидела свет в 2012 году. Коллеги и друзья говорят, вместе с Кирой Муратовой ушла целая эпоха. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте подробности.ua. А завтра не пропустите итоговую программу «Подробности недели» с Алексеем Лихманом. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи.